32 депутата тайным голосованием поддержали назначение Александра Воронина на должность прокурора Иркутской области. В органах прокуратуры он работает с 1994 года. С 2007 он в должности первого заместителя прокурора региона. Отвечая на вопросы парламентариев, Александр Воронин отметил приоритеты своей работы. Наведение порядка в сфере лесопользования. Ну и с учетом специфики нашей области и существования на нашей территории, территории Республики Бурятии и Байкала, естественно, это вопросы экологии. Поэтому первоочередные наши задачи будут направлены на это, на ведение порядка как в сфере экологии, которые есть у нас еще проблемы, так и в сфере лесопользования. Также в ходе сессии было принято постановление о досрочном сложении полномочий депутата третьего созыва Александра Якубовского в связи с наделением его мандатом депутата Государственной Думы. Решили еще один кадровый вопрос. Степан Фронтенко вошел в состав комитета Заксобрания по законодательству о государственном строительстве области и комиссии по регламенту. Напомню, депутатский мандат был передан ему в связи с назначением сенатором Совета Федерации Сергея Брилки, избранного в парламент по областному списку партии «Единая Россия». Также была озвучена дата проведения следующей сессии. Она состоится в самое ближайшее время в связи с необходимостью корректировки областного бюджета. Областной бюджет у нас не корректировался, в связи с чем в настоящее время остро встал вопрос ряд социально значимых вопросов, требующих безотлагательного решения, в частности вопросы финансового обеспечения предоставления дошкольного общего образования, в том числе выплата зарплаты работникам в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Корректировки затронут вопросы финансирования подготовки к отопительному сезону, программы переселения из ветхого и аварийного жилья, капитального ремонта объектов соцсферы и обеспечения межбюджетных трансфертов. Состоится следующая сессия меньше, чем через неделю, 8 октября. Галина Соболева, Евгений Шарыпов, «Новости сейчас».